Еще один детский сад в Крыму введен в эксплуатацию. В селе Светлое Джанкойского района после реконструкции фасада здания, замены всех дверей и оконных блоков, дошкольное учреждение «Солнышко» вновь принимает малышей. Теперь очередь в этом районе сократилась почти на 100 мест. Для родителей детей реконструкция дошкольного учреждения – долгожданное событие. За всю почти 50-летнюю историю здание никогда не ремонтировали. Сейчас, благодаря помощи членов Совета Федерации Федерального собрания, детский сад переживает второе рождение. Мамы наконец-то могут вздохнуть спокойно. Дети проводят время в уютном и, самое главное, хорошо отапливаемом помещении. Ребенок у меня ходит во вторую младшую группу. Я довольна. Тепло. Питают, питание хорошее. С удовольствием. Мы утром поднимаемся. Я говорю: Аня, может, дома останемся? Нет, я пойду в садик. И все. Ребенку нравится. До реконструкции сотрудники детсада и родители самостоятельно ремонтировали здание. Собирали общий бюджет, брали в руки валики, шпатели и работали, чтобы привести учреждение в более-менее божеский вид. Стены мы старались сами как-то подделать, чтобы они имели нормальный вид. Но а с окнами мы ничего не могли сделать, потому что, ну, сами понимаете, дерево стареет. И вот, ну, делали косметический ремонт силами дошкольного учреждения и родителей. Но с апреля 2014 года мечты стали сбываться. Светловский сельский совет обратился в Верхнюю палату российского парламента с одной единственной просьбой – помочь в ремонте детского учреждения. В столице нашей родины людей из крымской глубинки услышали. Каждый из сенаторов и сотрудников аппарата Совета Федерации пожертвовал однодневную зарплату на реконструкцию детского садика. Честно, даже не верилось, когда мы увидели на сайте Совета Федерации, что эти деньги выделили. Все звонили со всего Крыма, удивлены, почему нам. Ну, тем не менее, это случилось. В течение 5 месяцев здесь шла реконструкция фасада здания. Заменены все двери и 74 оконных блока. Расход выделенных 3 миллионов рублей контролировали с точностью до копейки. Проверить результаты работы в Светлое приехал член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, который лично курировал процесс реализации выделенных денег. Будем мы теперь знакомы. Чувствуйте себя как дома. Нам на радость погостите столько, сколько захотите. Результатами сенатор доволен, но это лишь первый этап. Работы выполнены, нас это очень радует, хотя понимаем, что еще работу по переоснащению, переоборудованию, продолжению ремонта садика надо продолжать. С планами дальнейших работ определиться обещают в ближайшее время. Артем Артеменко, Андрей Трещук, Время новостей, Джанкойский район.